я расскажу тебе про звездного человека. Про самого-самого главного звездного человека. Приключения этих двоих мальчишек отнюдь непросты. Им в мультике пришлось побывать и в прошлом, и в будущем. Там они искали главного звездного, того, кто внес самый весомый вклад в покорение космоса. Кто именно этот главный звездный человек, и пытаются выяснить парни. Они думают, что таковым может быть космонавт из экспедиции к Сириусу, или древний астроном, или конструктор ракеты. И может быть и древний пастух, тот, который первым дал созвездиям их имена. Но один из главных звездных братьям так и не встретился. Неудивительно, он почти неизвестен. Его знают только те, кто изучал историю покорения космоса. Между тем, имя Юрия Кондратюка, он же от рождения Александр Шаргей, достойно соседства с именами Королева и Циолковского. Погиб он у деревни Кривцово Болховского района в 1942 году. Поисковики, которые работают в этих местах, в память о нем установили когда-то вот эту пирамидку. У меня за спиной будет расположена Аллея Славы. Здесь будет 22 памятные плиты в честь самых заслуженных участников боев на Кривцовских высотах. И первой плитой был увековечен Юрий Васильевич Кондратюк. Но сначала Кондратюку поставили памятник на мысе Канаверал, что в США. Ведь благодаря его открытиям они и слетали на Луну, используя оптимальную траекторию, рассчитанную Кондратюком еще в 16 году. Использовали в НАСА и его идею спускаемого модуля. Но до сих пор многие идеи Кондратюка не проведены и не реализованы вообще никем. Обо всем этом говорили на торжественном митинге, посвященном Дню космонавтики и прошедшем на Кривцовском мемориале. Участники ВИПы, представляющие власть региона, поисковики, местные жители, включая руководителей района и Болхова. И надеюсь, что сегодня ребята, которые учатся в школе, мечтают о будущем, будут мечтать не просто о ближнем будущем, а будут мечтать о свершениях в космосе, о новых победах. И я абсолютно уверен, что из наших детей, которые сегодня растут, появятся новые и космонавты, новые исследователи, самое главное, новые защитники и патриоты своей страны. Кондратюк нигде не похоронен. Его могила – эти высоты, поля и лесочки. И есть мечта у тех, кто поставил в его честь пирамиду, установить на территории мемориала уже большой памятник, быть может, скульптуру. Он, этот памятник, нужен, чтобы к нему пришли пацаны. Те, что решат найти главного звездного. Сергей Быковский, Андрей Бодискин, телеканал «Первый областной».